одре ночлега, подай ему победу на враги. Да славится он от моря до моря, да здравием цветет его семья, да осенят ее дорогие ветви, весь мир земной окном своим гробам. Да будет он, как прежде, благодатен и милостив, и долго терпелив, да мудрости его неистощимой проистекут источники на нас, и царскую на то воздвигнут в чашу. Мы молимся тебе, царю небес. Умница. Так, следующая сцена у Ксении, которая оплакивает своего умершего жениха. У Пушкина есть текст этой песни. Ксения поет эту песню под аккомпанемент трех скрипок. Тут надо учесть текст причитания. Для причитания была особая манера, это все от Мерхольда. Это особая техника. Когда умер, например, Сережа Есенин, когда гроб несли в дом печати, то мать, подошедшая к гробу, стала, говорит Мерхольд, технически оплакивать его. Она стала забывать как будто по нотам, потому что существовал ритуал оплакивания. И при этом существовала определенная мелодия. «Я поразился», говорит Мерхольд, когда услышал ее плач. Я знал, что она полна слез, но для этого ритуала она их себе задушила. И этот ритуал провела на хорошо, на замечательной технике.